Предварительное голосование «Единой России» завершилось. В Югре в нем приняли участие почти 200 тысяч человек. При этом у них была возможность сделать свой выбор как лично на избирательном участке, так и дома. Наш регион стал одним из первых, кто внедрил дистанционную систему голосования. Ей воспользовались более 80 тысяч избирателей. Подробности далее. Предварительное голосование «Единой России» показало, югорчане готовы проявлять свою гражданскую позицию. Свой выбор в этот раз сделали около 18% жителей региона. Рекордную явку по традиции отметили в столице Югры. Наши граждане проявили достаточно хорошую активность. То есть с регулярным постоянством они к нам приходили. С утра немножко дождик внес свои коррективы, то есть поменьше. А начиная с обеда и до вечера достаточно постоянно люди ходили. Причем не только ходили, но и серфили. Проголосовать можно было как на участках, так и не выходя из дома онлайн. Систему тестировали и дорабатывали основательно, чтобы один человек не мог проголосовать дважды – онлайн и лично на участке. Такая возможность, говорят, полностью исключена. Дважды проголосовать невозможно. У каждого члена счетной комиссии на столах находятся списки тех граждан, которые изъявили желание проголосовать досрочно электронно. То есть прежде чем выдать избирателю бюллетень, мы обязательно сверяем его паспортные данные с данным списочком. Предварительное голосование по организации практически ничем не отличается от обычного на участках. А всего в Югре было открыто 319 пунктов. Присутствовали общественные наблюдатели. Они уже прошли обучение общественной палаты. Сейчас, говорят, поработать им было бы полезно, чтобы закрепить все на практике перед 19 сентября. Замечаний или нарушений по итогам предварительного голосования в Югре не выявлено. Чтобы, во-первых, проверялись документы, удостоверяющие личность у голосующего, действительно ли он проживает по адресу места голосования. Также смотрим, выдается бюллетень ему, в каком количестве, и дальше уже наблюдаем, что голосующее лицо проходит в кабинку, голосует, скажем, чтобы главное, чтобы соблюдалась тайна голосования. Всего на эти выборы выдвинуто более 1100 кандидатов. Конкуренция между ними высокая. Практически 3 человека претендуют на место парламентария. 30 человек могут представить Югру в Госдуме. Среди регионов и тут наш округ лидирует. Для этого и необходимо было узнать срез общественного мнения. Только так было возможно сверить часы и понять, кому же югорчане доверяют больше. Человек думает, что он лидер общественного мнения. А самое правильное – получить это лидерство от рук людей, которые тебя выбирают. И вот эта возможность предварительного голосования это доказывает. Нет никакого кулуарного. Я вот за кого голосовал, пусть эти товарищи какие-то программы восстанавливают для людей, делают что-то для людей. Чтобы у нас все хорошо было. Как сказать, будущее, чтобы детям, внукам. Надо быть активным товарищем, не будете ходить никуда, сидеть дома, смотреть телевизор, ничего не делаться не будет. Надо, чтобы чувствовалось, что народ хочет, чтобы власть на него обратила внимание. Итоги предварительного голосования станут известны в ближайшие дни. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах 19 сентября, огласят на съезде партийцев в Москве. Ольга Придоха, Василий Сысуев, Алексей Шахмаев, Ильдар Муратов. Телеканал «Югра» из Сургута и Ханты-Мансийска.